Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты. Очень простой вопрос, но я говорил уже ранее в своих роликах, что я отвечаю на любые адекватные вопросы. Главное, чтобы это были действительно адекватные, пусть даже простые. Для кого-то простой, для кого-то сложный. Этот вопрос не исключение. Итак, Джамшид Худайкулов. Добрый день, Алексей, скажите, пожалуйста, и делайте видос, если ключ оставить в замке зажигания авто, аккумулятор разрядится или нет? Спасибо. Давайте разбираться в этом вопросе. Дорогие друзья, когда я ездил на автомобилях, в которых не было кнопки старт-стоп, а были ключи в замке зажигания, я их оттуда никогда не вытягивал. Я не видел смысла вытягивать, потому что у меня автомобиль в теплом гараже, в доме прямо находится. И что я вам скажу, никогда не было проблем с запуском автомобиля утром. Аккумулятор не разряжается. Если у нас ключ повернут в положение, когда его можно уже вытянуть, то по сути там ничего не светится в машине, ничего не горит, электроприборы никакие не запущены. То есть это положение выключенное. Вот когда мы проворачиваем дальше, уже включается первое положение, потом зажигание, ну то есть вот такой момент. Тогда уже, конечно, электроприборы какие-то включены. Но до этого электроприборы никакие не включены. По этой причине, если у вас ключ до упора повернут в обратном положении, то есть противоположное стартеру, естественно, в этом положении вы оставляете ключ в замке зажигания, и аккумулятор вашего автомобиля никаким образом не может разрядиться. По крайней мере, на всех автомобилях, которые у меня были с ключами зажигания, таких проблем не возникало. Вообще, аккумулятор при этом не разряжался. Может быть, у вас какой-то особый или другой автомобиль, который расходует электроэнергию с выключенным зажиганием, допустим, но когда ключ воткнутый непосредственно в замок зажигания. Но я с таким, честно сказать, не сталкивался. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!